Собираются ли казахстанцы принять участие в предстоящем референдуме? Предлагаю послушать блиц. На референдум, конечно, пойдем обязательно. Я считаю, изменения, то, что в Конституции будет, это для будущего поколения, для молодых, которые действительно хотят в современном Казахстане жить. Мы должны идти вперед, но ни в коем случае не назад. Я не изучал все аспекты референдума, но так как мне уже 18, я должен все взвесить плюсы и минусы и голосовать, потому что я представляю сторону молодого поколения, которое только вливается в наше общество. Каждый гражданин должен, мне кажется, внести свою лепту. Это же в интересах народа. Как бы мы как правовое государство, и мы как бы должны внести каждый как свою лепту. Я так думаю, мое мнение. Да, абсолютно, я пойду и буду голосовать. Изменения важны, я буду в этом обязательно участвовать. Я считаю, что это важно для нового построения. Мне кажется, каждый гражданин должен высказать свою точку зрения. Думаю, каждый, как гражданин Казахстана, должен голосовать. Потому что, думаю, будет хорошее изменение, поэтому...